Налоговые органы Калмыкии временно приостанавливают прием налогоплательщиков. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в операционных залах территориальных налоговых органов приостановлен прием граждан за исключением услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС Калмыкии. Прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе будет вестись исключительно через бокс для приема входящей корреспонденции. Для оперативного решения возможных вопросов рекомендуется на документах указывать номера контактных телефонов. Для обеспечения дистанционного взаимодействия можно использовать электронные сервисы ФНС России. Не подлежат представлению через боксы следующие документы: заявление о государственной регистрации юридических и физических лиц, а также заявление физлица о постановке на учет в налоговом органе.